Мегалаб – первая в Казахстане лаборатория, которая занимается исследованием в области генетики. Среди множества современных и уникальных процедур – тест на определение отцовства с помощью исследования ДНК. Его можно провести конфиденциально. В случае дородового определения отцовства тест могут провести будущие матери, не способные однозначно ответить на вопрос об отце своего будущего ребенка. Тестирование на ДНК, которое проводит наша лаборатория, выполняется двух видов. Это для душевного спокойствия и для юридических сделок. И когда человек оформляет тестирование ДНК для юридических сделок, естественно, проводятся все юридические процедуры, и человек получает на руки результаты, которые можно использовать для любых юридических процедур. Исследование ДНК на предмет установления отцовства базируется на сравнении фрагментов ДНК предполагаемого отца и ребенка. Первую половину всей своей ДНК ребенок получает от биологической матери, вторую половину – от биологического отца. Для сдачи ДНК-анализа на определение отцовства раньше использовали только кровь из вены. Сейчас диапазон методов проведения генетических экспертиз существенно расширился. Можно использовать любой материал от человека, так как ДНК одного человека везде абсолютно одинаково во всех органах и тканях, следовательно, можно использовать любой вид ткани или органа – волос, слюну, соскоб с внутренней поверхности щеки и так далее, в том числе и кровь. Установление отцовства с помощью исследования молекулы ДНК – это возможность получить абсолютно достоверный, научно обоснованный результат, который является важным аргументом в решении многих юридических проблем. Получив результат генетического исследования на определение родства, вы сможете избавиться от ненужных сомнений или, наоборот, инициировать проведение генетической экспертизы, будучи уверенным в ее результатах. Подробную информацию и цены на генетические исследования можно узнать на сайте www.megalab.kz или по телефону 8 800 080 50 10 или 98 21 04.